В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На страже безопасности 18 июля – день образования государственного пожарного надзора. История одной марионетки. Молодежный библиотечно-информационный центр продолжает летний проект. Все на старт. В Сарове прошло 14-е открытое первенство по лыжероллерам на призы администрации города. Далее расскажем обо всем подробно. Мат-капитал можно будет использовать на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором и сразу в третьем чтении. Нам было очень важно дать возможность людям выбирать самостоятельно, в какую организацию нужно обратиться. И законопроект расширяет возможность использования материнского капитала в отношении индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере образования, пояснила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алина Аршинова. По ее словам, эта мера позволит родителям устраивать детей в удобные садики без ущерба для семейного бюджета и не стоять в очередях за местами в государственные дошкольные учреждения. 18 июля исполнилось 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора МЧС России. Официальная история службы началась в 1927 году. Именно с этого времени в СССР стали проводить мероприятия по профилактике пожаров, в том числе проверять все крупные предприятия. Сегодня в пожарном надзоре работают почти 13 тысяч человек. А тех, кто следит за соблюдением пожарной безопасности в нашем городе, расскажем далее. Профилактика пожаров и проверка соблюдения требований пожарной безопасности – это две основные задачи, которые стоят перед Александром Морябовым и его подчиненными. В их ведении более 3000 объектов, практически каждый их день расписан. Государственный инспектор в рамках своих полномочий выходит на объект защиты с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности на данном объекте. Вот, то есть он непосредственно контактирует с руководителем объекта, вот, проходит полностью по всему зданию, проверяет всю документацию в рамках пожарной безопасности и уже, так сказать, на выходе смотрит, то есть соблюдено требование пожарной безопасности, либо не соблюдено требование пожарной безопасности. Также инспектор имеет право привлекать виновных к административной ответственности. Проверяет сотрудник пожарного надзора не только наличие огнетушителей и плана эвакуации. Специалист ФГПН должен разбираться в проектной документации на сам объект и на систему пожарной сигнализации. Но главная цель все-таки не наказать за нарушение, а предупредить пожар. В рамках профилактических мероприятий инспектор выходит, рассказывает, вернее, показывает на все недостатки, указывает на все эти недостатки, и уже собственник объекта, там, либо руководитель организации, пользуясь своей там добросовестностью, должен устранить все эти мероприятия. Но в случае проведения уже планового мероприятия либо внеплановых мероприятий по контролю, то есть проверка, учитывая, так сказать, те недостатки, нарушения, которые были зафиксированы ранее, и если руководитель организации либо собственник объекта их не устранил, уже будут привлекаться к административной ответственности все виновные люди. Еще один большой пласт работы, который лежит на плечах сотрудников пожарного надзора – дознание. Этим занимается отделение Сергея Ларькина. После каждого пожара сотрудники выезжают на место и выясняют, почему случилось возгорание. Если полностью сгорает дотла, то прибегаем к помощи наших экспертов, которые находятся в городе Москве. Они по заявке к нам выезжают и помогают в расследовании причин пожара. По закону на выяснение причин пожара у сотрудников ФГПН есть от 3 до 30 дней. При возбуждении уголовного дела срок могут продлить. За это время нужно сделать многое, начиная от осмотра места происшествия и заканчивая поиском и опросом свидетелей. Деятельность, которую я выбрал, мне нравится за то, что в ней много моментов, которые благоприятно влияют на умственную развитость, и ты постоянно не сидишь на месте, выезжаешь, общаешься с людьми. Результаты работы сотрудников ФГПН, как правило, не видны на первый взгляд, но вся их важность и нужность отражена в первом слове девиза МЧС России – предупреждение, спасение, помощь. При соблюдении всех требований пожарной безопасности можно избежать возникновения нештатных ситуаций и, самое главное, пожара. Пользуясь случаем, от лица руководства ФГКУ специальное управление ФПС номер 4 от лица личного состава хотелось бы поздравить всех ветеранов, которые стояли у истоков создания Федерального государственного пожарного надзора МЧС России с 95-летием со дня его образования. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни. Вода в пруде Филипповская 2 не соответствует нормам по микробиологическим показателям, а в пруде Балыковском по микробиологическим показателям и аммиаку. Об этом сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Напомним, что эти водоемы не относятся к числу тех, в которых разрешено купание. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Прохладно и дождливо будет в регионе на этой неделе. По прогнозам синоптиков, самым холодным днем в будни станет четверг. Днем воздух прогреется до 19 градусов, может случиться гроза. Каждый день до субботы включительно будут идти дожди. Потеплеть должно к выходным. В воскресенье столбики термометров покажут плюс 28, обещает Гисметео. В этот день осадков не ожидают. Гимназия номер 2 вошла в рейтинг учебных заведений по количеству стобальников в Нижегородской области. В списке также центр одаренных детей и 5 лицеев и гимназии Нижнего Новгорода, одна школа в ИКСЭ. Напомним, в этом году ЕГЭ на 100 баллов по разным предметам написали 6 выпускников 2-й гимназии. Трое водителей сели за руль пьяными, двое от медосвидетельствования отказались. 21 саровчанин пренебрег правилами применения ремней безопасности и мотошлемов. Всего выявили 107 правонарушений. Чем еще запомнилось минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем далее. В пятницу 15 июля в районе 7 часов утра по линии 112 поступило сообщение об аварии. Водитель 82-го года рождения на автомобиле Datsun Honda сбил лося в 2 километрах от второго дома по улице Силкина. Мужчина ехал со стороны первого КПП в направлении улицы Ключевой, не нарушая скоростного режима. Как пояснил водитель, животное выбежало на правую часть неожиданно из-за зарослей кустарника. Среагировать он не успел. В результате ТП животное получило травмы, а автомашина получила механические повреждения. После оформления ТП дальнейшей судьбой лося занимался государственный инспектор по охране леса. Не обошлось на прошлой неделе и без погони. Во вторник саровчане заметили на улицах города автомобиль Passat B6, водитель которого вел себя неадекватно. Неравнодушные граждане обратились в органы и автомобиль задержали. Мужчина за рулем был пьян, из багажника его авто торчал велосипед. Как выяснили позднее, водитель его похитил. Молодой мужчина, 87-го года рождения, находясь в районе дома 17 по улице Ключевая, открыто, без применения насилия, похитил у гражданки велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». За минувшую неделю сотрудники ГАИ зафиксировали 7 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. 11 июля на улице Академика Сахарова водитель «Лада Веста» сбил 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Юноша получил телесные повреждения в виде перелома нижней трети костей правого предплечья. Литературная мозаика «Кто есть кто?» Эстафета «Лиса и кот», «Филворды», «10 сказочных имен». Такие интересные испытания для ребят приготовили на очередной встрече библиотечного дворика. Тема литературной программы – история одной марионетки по мотивам сказки Карла Колоди «Приключения Пиноккио». Подробности далее. Почему Джепетто дал деревянному человечку имя Пиноккио? Как называлась страна, в которой оказался Пиноккио вместе с другом Фитилем? Очередная встреча библиотечного дворика началась с викторины. На ней ребята смогли проверить себя на знание одной из самых трогательных и смешных детских книг «Приключения Пиноккио» Карла Колоди. В первую очередь мы познакомим ребят с историей книги, то есть как она появилась, как вообще зародилась эта идея у автора написать об этом непослушном, озорливом деревянном мальчишке Пиноккио. Познакомим ребят с названиями книги, то есть в разные годы она выходила под разными названиями. Когда эта книга впервые появилась в нашей стране и почему ее сразу же полюбили. Узнали на встрече ребята и о русском прототипе деревянного мальчика Буратино. С помощью ведущего юные гости дворика сравнили сюжеты сказок и определили, чем похожи, а чем кардинально отличаются персонажи. Так, к примеру, у Пиноккио был волшебный нос, а сам герой, в отличие от Буратино, менялся к лучшему, проходя через серьезные испытания. И в финале книги смог стать настоящим мальчиком. Пиноккио – это маленький мальчик, который из дерева, из бревна. А Буратино – это уже другая история. Помимо викторины, ребятам предложили собрать литературную мозаику «Кто есть кто», соединив имена и прозвища героев сказки. Показали гости праздника и свое актерское мастерство в эстафете «Лиса и кот». Преодолевать препятствия нужно было парами, изображая хромую лису Алису и слепого кота Базилио. Литературная встреча прошла шумно и весело. Так добрая история о маленьком деревянном мальчике надолго останутся в сердцах юных саровчан.
Почему именно этот персонаж? Потому что в июле у него день рождения, а именно 7 июля отмечается день рождения Пиноккио. Но так получилось, что немного мы припозднились с празднованием дня рождения этого персонажа. Но тем не менее, главное, что это проходит в середине лета. Мы еще раз всем напоминаем, что Пиноккио празднует день рождения 7 июля и что появился он 140 лет назад. В конце встречи ребята также попробовали разгадать филворд и решить задачку от Пиноккио. Расписать деревянную куколку, сделать собственную из ткани и ниток или просто узнать больше о народных промыслах. Музей народной игрушки проводит экскурсии и мастер-классы для всех желающих. Подробнее о летней программе расскажем в следующем репортаже. 2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Музей народной игрушки уже в течение 10 лет знакомит саровчан с разными направлениями народного творчества. Этим летом жителей и гостей города приглашают на интерактивную экскурсию по выставке Нижегородской народной игрушки. В музее можно рассмотреть экспонаты и поиграть на игровой площадке. Игрушки семеновские, городецкие, представлены жбаниковские свистульки. Сюжеты самые разные. Это и сказочные персонажи, и традиционные девочки, мальчики, добрые молодцы, сказочные герои. Также каждую неделю проходят мастер-классы по изготовлению игрушек в народном стиле, творческие встречи и мастерские с профессиональными мастерами и любителями. По словам сотрудников музея, никто из посетителей не остается равнодушным. Мне очень понравились матрешки, которые могут раскладываться там. Они очень здоровские. Мне понравилось в конце поиграть в куклу тут. В музее представлена экспозиция «Азбука народной игрушки» из бабушкиного сундука. В течение всего года на ней будут представлены выставки народных игрушек в соответствии с буквами русской азбуки. Экспонаты меняются каждый месяц. Со второй половины сентября откроется новая выставка, посвященная авторской матрешке. Посещение музея свободное. Мастер-классы и экскурсии по предварительной записи по телефону 6-64-94 без возрастных ограничений. На лыжной базе прошло 14-е открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Участие принимали спортсмены со всей области. Соревнования проходили в два дня. В первый – индивидуальная гонка свободным стилем, во второй – персьют классическим стилем. Подробности далее. В мире более 200 тысяч видов спорта. Некоторые из них совсем молодые, и многие из нас о них даже не слышали. Но это точно не про лыжероллеры. Соревнования по этому спорту проводятся в мире с 70-х годов 20 века. По оценке международных специалистов, россияне подошли к организации соревнований по лыжероллерам более чем серьезно. Уровень их проведения был признан соответствующим самым высоким требованиям мирового спортивного сообщества. А прямо сейчас в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» тренеры готовят новых профессиональных лыжероллеров. В этом году у нас Никита Родионов стал победителем первенства мира среди юниоров и также призером и победителем соревнований первенства России. О достижениях спортивной школы «Атом» знает не только Саров, но и вся страна. Два призера Олимпийских игр, несколько мастеров международного класса. Спортсмены, входящие в юниорский состав сборной России и в национальную команду. Получается, что у любого саровчанина есть возможность обучаться в этой спортивной школе и получать большой опыт заслуженных тренеров. Вообще можно заниматься 7 лет. 7 лет мы принимаем ребят в группы спортивно-оздоровительные, а затем уже с 9 лет переводим на программу спортивной подготовки. Это на этап начальной подготовки. В выходные на лыжной базе прошло 14-е открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Это традиционные соревнования, которые проходят с 2007 года. В этом году участниками стали 116 спортсменов области. Второй день, в воскресенье завтра, у нас будет персьют классикой. Персьют – это как раз догонялки. То, что спортсмен проиграл на коньковой гонке, с таким отставанием он стартует за лидером. И в итоге тот, кто приезжает на финиш первый, тот и занимает, естественно, первое место. Единственная сертифицированная лыжероллерная трасса Нижегородской области находится в Сарове, поэтому именно наш город проводит такие мероприятия. Приезжим спортсменам нравятся эти условия. Однако соревнования не проходят так легко и идеально, как может показаться. Каждый сезон погодные условия меняются. Зимой это метель, осенью и весной холодный дождь. Мне понравилось свое выступление, я очень довольна своим результатом, но мне было очень тяжело ехать. Это достаточно трудно, из-за жары можно получить солнечный удар или еще что-то, но достаточно тяжело это переносится. Каждые 2-4 года в Сарове проводится либо чемпионат России по лыжероллерам, либо этап Кубка России. В сентябре планируется проведение первенства области по лыжероллерам и кроссу.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.